самый опасный человек. В 2001 году Мохаммед Атта задумал и спланировал атаки 11 сентября из портового города Гамбург в Германии. Несостоятельность разведслужб и их борьба друг с другом позволили Атте и его людям незаметно и беспрепятственно провести подготовку к атакам. По сей день Гамбург находится под пристальным наблюдением немецкой и международной разведок, стремящихся не допустить повторения ошибок 2001 года. Да. Сегодня днем я забрал его из аэропорта. Я знаю. Ты знаешь, что надо сделать. Поверь мне, Джамал. Ты все делаешь правильно. Вы боитесь, друзья мои, нас? Ислама? Мусульмане всего мира сейчас страдают. В Палестине, Афганистане, Багдаде. Но могу ли я оправдать терроризм как неизбежное следствие этих страданий? Нет. Аллах не призывал к расправе с невинными. Мои благотворительные фонды уничтожают бедность по всему миру и способствуют религиозной толерантности и взаимопониманию. Для продолжения этой работы нам нужна ваша щедрая помощь. Да, Максим.
такси? Да. Что у тебя? Около 11. В полицию сообщили о подозрительном лице на центральном вокзале. Им прислали вот это фото, сняли на мобильник. Качество не идеальное, но нам удалось обнаружить совпадение. Карпов Иса, чеченец, 26 лет. Беглый боевик, воин джихада. Потенциально опасен. Действовать осторожно. Вот эту покажи. По информации с камер наблюдения, он приходил на вокзал 5 раз за день. Мы его знаем? Еще нет, мы работаем над этим. А, покажи мне руки. Ага. Какая-то записка? Может быть, и деньги? А. Больше его не видели. Кто еще знает о нем? Полиция пока его не заметила. А наверху? Похоже, что нет. Это просто вопрос времени. Карл, Рашид, пройдитесь по мечетям и по ночлежкам, только без шума. Ники, проверь все вокзалы в городе. Выясните, что это за тощий засранец. Угу. Молодцы. Спасибо. Иса Карпов. Мусульманское имя и русская фамилия. О чем это говорит? Парень запутался. Без отчества. У него нет отца? Иса. Это сам Иисус. Возможно, это Сын Божий, пришедший спасти нас. Спасти меня. Анвар, есть какие-то новости? Нет, Гюнтер, у меня все так же, как вчера. Алло. Тощего засранца зовут Адмирал. Он сейчас пьет в Зилберсакбаре. Вам же знакомо это место? Лучше, чем хотелось бы. Я тут изучаю счета из поездки Абдуллы в Дубай. Зачем делать 4-часовую пересадку на Кипре по пути из Дубая во Франкфурт? Если можно лететь прямым рейсом. Не знаю, Гюнтер. Мили зарабатывает. Возможно, так и есть с моим-то везением. О, 7 друзей. Это у тебя-то, Гюнтер? А, если бы. Это кипрская компания грузовых судов. Хорошо, проверю. Ладно, пока.
Адмирал. Адмирал. Херр Динкельман. Розыск пропавших без вести. Странный парень. Нервный. Попросил меня кое-кого найти. Банкира. А этот банкир, у него есть имя? Не нужны деньги? Брю. Господин Томми Брю. Брю. Говорят, Мор что-то пронюхал. Его ребята прочесывают город. Гюнтер, они узнали про Карпова. А, отлично. Наблюдаем дальше. Карпов, русский, он наш. То есть вы его первые нашли. Хочу напомнить, что ваша лицензия на операции в Гамбурге зависит от вашего сотрудничества с моим ведомством. Я и сотрудничаю, Дитер. Я хочу, чтобы этот парень поговорил с теми, с кем ему велели, помолился там, где ему велели, и переночевал там, где ему велели. Я не хочу, чтобы кто-нибудь приближался к нему раньше меня. А если этот парень взорвет бомбу? Все в твоих руках, Гюнтер. Слава богу, что не в твоих. А то ты бы точно все упустил. Угу. Тогда готовь письменное заявление с твоей подписью. Когда в Гамбурге взорвется бомба, кровь с улиц будешь ты отмывать. Ты когда-нибудь отмывал кровь с улиц? Клоун. Милик, у нас гость. Это Иса, он из Чечни. Он помог мне, он донес мои сумки до дома. Его нам послал Аллах.
О, у тебя сейчас лицо, как у меня. Свадьбы. Каждый раз мне кажется, что хорошую женщину ставят к стенке. Да? А как же мужчина? Мужчина и есть стенка. Квартира принадлежит Лейле Актей. Она турчанка, резидентка Германии. Она вдова. Есть сын, Милик. О, Майкл. Их заявление о подданстве на рассмотрение. Майкл. Вы расстроили Дитера Мора. Правда? Возможно, это связано с террористом, которому вы позволили разгуливать по улицам Гамбурга. Мы наблюдаем и ждем. И что мы наблюдаем? Что нужно ждать дальше? Не стоит недооценивать Мора. У него влиятельные друзья в Берлине. Сдайте ему этого чеченца. Пусть порадуется. А вы сосредоточьтесь на Абдулле. Абдулла, видимо, переводит деньги в торговый флот на Кипре. Это точно? Пока не уверен, но в процессе. Мне нужно время. Я сделаю, что смогу, Гюнтер. Но будьте осторожны. Говорят, делом заинтересовались американцы. Спасибо, что предупредили. Американцы. Гюнтер Бахман. Марта Салливан, посольство США в Берлине. Я уже наслышана о вашей репутации. Это дурной знак. От мужчин с хорошей репутацией никакого прока. А как насчет женщин? Это моя коллега Ирна Фрай. Здравствуйте. Здравствуйте. Она капитан яхты и шпионка. А у меня нет яхты. Гамбург довольно далеко от Берлина. Что вы тут делаете? Я просто наблюдаю. Американцы за мной уже наблюдали. Добром это никогда не кончалось. Насколько я слышала, беспокоиться вам стоит вовсе не из-за нас. Доброе утро. Гермор подготовил для нас доклад. Наше расследование подтвердило, что Иса Карпов – член группы боевиков-салафитов, чеченских воинов джихада. Карпов был арестован после захвата главы группы в начале этого года. Откуда у вас вся эта информация? У нас отличные источники в российской службе безопасности. После почти суток допроса Карпов сознался, что не раз принимал участие в атаках на газопроводы, транспорт, производственные базы, полицию. После почти суток допроса у русских любой из нас сознается в чем угодно. Вы хотите опровергнуть данный доклад? Нет, да. Возможно. Мы не имели счастья с ним ознакомиться. Мы пришли к выводу, что террорист Карпов прибыл в Гамбург для установки контактов с исламистской ячейкой, действующей в городе. У нас под носом. Серьезно? Да. Карпов особо опасен. Если у вас есть данные о его местонахождении, вы обязаны действовать согласно Конституции. То есть арестовать его. Иса Карпов действительно хочет установить контакт в Гамбурге, но с банкиром. У нас нет таких данных. Если бы умели работать, они бы у вас были. Простите, мы не полиция. Мы шпионы. Иса Карпов может быть нам полезен. Я прошу у вас дать нам время. Наше подразделение специально создано, чтобы внедрять своих людей в исламскую общину Германии. Это наша работа. О, ваше подразделение создал ваш друг Майкл Аксельрод, чтобы спасти вас после провала в Бейруте, а оказалось... Известно, что хочет Карпов от этого банкира. Еще нет. Если мы его сейчас арестуем, вообще никогда не узнаем. Отто, похоже, он знает, что делает. Возможно, вам стоит не мешать ему. У вас 72 часа, чтобы решить этот вопрос. Иначе мы сами его решим с вашей помощью или без. Ясно? Ясно. Куда пойдем? Встретимся в баре на углу. Я вас догоню. Хорошо, встречаемся.
Милик. У нас что, назначена встреча? Мама! Аннабель Рихтер, мам. Здравствуйте, Лейла. Как ваши дела? Добро пожаловать, фрау Аннабель. Рада вас снова видеть. Проходите, прошу вас. Спасибо. Он хороший мальчик, фрау Аннабель. Понимаете? Если он сделал что-то дурное, значит, у него не было другого... Здравствуй, Иса. Меня зовут Аннабель Рихтер. Я адвокат. Я работаю с организацией «Северное убежище». Прошу. Конечно. Ты ищешь убежище в Германии? Я сварю кофе. Тебе нужна веская причина. Либо ты не можешь вернуться к себе на родину, потому что тебе угрожает опасность, либо тебя пытали. Да. Что да? Меня пытали. Прости, пожалуйста, но это моя работа. Я хочу тебе верить, но люди постоянно делают ложные заявления. Я должна... Кто это сделал с тобой? Русские. Я смогу помочь тебе, только если ты будешь говорить правду. Немецкие власти найдут тебя. Это вопрос времени. Для тебя лучше, если ты сам к ним обратишься. Мы сможем составить официально... Я никогда, никогда не вернусь в Россию. Пожалуйста, свяжитесь с этим человеком. Он мне поможет. Господин Томас Брю. Полковник Григорий Борисович Карпов. Служил в Чечне с 86-го. Был связан с организованной преступностью. И очень серьезно. Обмен оружия на наркотики, трафик белых рабов. За что ни возьмись, он везде. Карпов умер 2 года назад. И? У него был сын, Иван. Родился в 86-м в Чечне. Мать неизвестна. Отлично. Госпожа Рихтер, прошу за мной. Прошу. И чем же занимается Северное убежище? Я адвокат. Нашими клиентами являются люди, покинувшие свою родину. Фактически лишенные гражданства. Зачастую... травмированные. Чего вы хотите, мисс Рихтер? Пожертвований? Простите, это было бестактно. Я пришла по поручению клиента. Его зовут Иса Карпов. Вам знакомо это имя? Карпов? Нет. У него есть письмо, написанное вашим отцом к его отцу. Там упоминается господин Липициан. Намек на породу лошадей, которые рождаются черными, но становятся белыми. Да. Полагаю, этот процесс хорошо знаком вашему банку, да? В письме содержится номер. Совпадает? С чем совпадает? Это номер счета в вашем банке?
Боюсь, мой банк не афиширует подобную информацию. Уверена, ваших клиентов это устраивает. Даже если ваш номер и соответствует счету в этом банке, видимо, его заводили довольно давно, мне необходимо будет свериться с бумагами. Как только я это сделаю, я свяжусь с вами. Когда? Положение моего клиента в Гамбурге весьма деликатно, господин Брю. Не сомневаюсь. Он вам доверяет. Из текста письма следует, что его отец доверял вашему. Григорий Борисович Карпов. Извините. Не страшно. Я с этим справлюсь. Да? Ну, удачи вам. Да. Хорошо. Атлантик, я буду. Добрый вечер. Добрый вечер. Может, хотите выпить бокал вина? А, воду без газа, пожалуйста. Воду без газа. Одну минуту. Вы тут часто бываете? А... Не ваше общество. Вы сослались на положение вашего клиента, и я поторопился. Я могу подтвердить, что номер, который вы предоставили, соответствует счету в банке Брю Фрер. Мой клиент претендует на него. Скажите, пусть готовит большой чемодан. Конечно же, ему придется удостоверить свою личность. Мой клиент сейчас находится в стесненных обстоятельствах. Он может предъявить письмо. Я должен его увидеть. Само собой. Кроме того, он должен будет представить некий инструмент. И что это такое? Боюсь, не могу вам этого сказать. Но если ваш клиент легитимен, он поймет, что я имею в виду. И если у него есть этот инструмент? Мы спокойно перейдем к делу. Она выходит.
Она ничего. Не в моем вкусе. А кто в твоем вкусе, Гюнтер? Ну как кто? Ты, конечно. Бахман. Глава антитеррористической конторы. Немногие о ней знают, да и им она не нравится. Гамбург – один из крупнейших портов в мире, Томми. Веками он принимал в свои объятия всех, кого выносило на берег. Но после 11 сентября в каждом смуглом мужчине мы видим убийцу. Вы некоторые из них и правда убийцы. Но вот в Иссе Карпове мы не уверены. Адвокат. Адвокат? Аннабель Рихтер. Та, с кем вы встречались в отеле. Вы же хотите ее трахнуть? Что, неправда? Вы слишком стары для нее, Томми, да и я тоже. Смотрите, любите. Но вы никогда ее не получите ни за какие черные деньги из хранилищ вашего банка. Насколько я понимаю, мисс Рихтер представляет клиента с законными капиталовложениями в моем банке. Ваш банк ведет дела с русским. Да? Вел во времена моего отца. С мафией? С военными, в основном. Слушайте, я же могу сейчас просто повернуться и уйти. Что вы от меня хотите? Можем начать с полного аудита вашего банка. Ваш отец не был просто банкир, Томми. Он отмывал деньги. Вы мне угрожаете. Я вам сочувствую. Вам приходится прибираться за ним. У нас есть работа, Томми. И вам придется нам помочь. И в чем конкретно? Спасти Аннабель Рихтер для начала. От чего? Да вот от всего этого. Да? А кого ждала? Тяжелый день? День сюрпризов. Пей свой виски, Томми. Постарайся не упасть по пути в спальню.
Иса, к тебе пришли. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришли. Конечно. Иса, это господин Брю. Доброе утро. Наверное, надо показать письмо. Дорогой Карпов, как мы с тобой и договаривались, считай это письмо дружеской гарантией того, что в случае твоей смерти я с радостью познакомлю твоего дорогого сына Ивана Григорьевича Карпова с нашим другом мистером Лепесаном. Ему надо будет предоставить данное письмо вместе с инструментом, находящимся в твоей собственности. В случае моей смерти мой сын Томас исполнит мое обещание. Извините, это действительно подпись вашего отца? Да. Как мне вас называть? Иса или Иван? Иса. Это мусульманское имя. Оно мне нравится. Но это не то имя, что дал вам отец. Моя мать была чеченкой. Надеюсь, сэр, вы поможете мне, и я смогу честно и достойно жить в Гамбурге. Замечательно. Но сначала нам необходимо установить некоторые факты. Обращаю ваше внимание на вопрос инструмента. Позвольте узнать, каким образом он попал к вам. Мне передал его адвокат моего отца. И вы полагаете, что я должен исполнить обещание одного отца другому? Да, правда. Карпов был моим отцом. Вы не были с ним близки. Мой отец был убийца. На его руках чеченская кровь. Однако вы не прочь завладеть его деньгами. Я так понимаю, вы прибыли к нам из Турции. И неофициальным путем, скажем так. Позвольте узнать, что вы делали в Турции? Сидел в тюрьме. А до этого? Сидел в тюрьме в России. За что? Ты не обязан отвечать, Иса. Почему? Потому что это не имеет отношения к делу. К какому, госпожа Рихтер? Ваш клиент... Он ваш клиент тоже, господин Брю. Ваш клиент заявляет права на счета отца, но у него нет паспорта. Он не может удостоверить личность. У него есть ключ и письмо. Что вам еще надо? Мы не все сумели расслышать, Томми. Скажите, о какой точно сумме идет речь? Я не знаю. Точно не знаю. А ориентировочно? 10 тысяч? 100 тысяч? 500 000? Речь идет о сумме свыше 10 миллионов. Минимум. Кофе черный. Да, сэр. Я думала, вы не придете. Давайте уточним с самого начала. Я вам ничего не должен. Что случилось в Бейруте? А то вы не знаете, что случилось в Бейруте. Мою сеть раскрыли. Гамбург – это наказание? Зависит от вашего отношения к Гамбургу. Но вам же хочется, чтоб все так думали. Все думают, вы в ссылке, а вы заняты важным делом. Каким же? Доктор Файзал Абдулла. Да ладно вам, Гюнтер. Нам известно о нем не меньше вашего.
Что вам известно, Марта? Что вы много месяцев за ним следите, и вас давно торопят с результатами. Что Абдулла переводит деньги исламским благотворительным фондам, и каждый раз часть денег исчезает. Доктор Файзел Абдулла – идеальный член общества, даже слишком просвещенный, толерантный, смотрит на Запад. Но в каждом хорошем человеке есть крупица зла, не так ли? В случае Абдуллы это зло может стоить вам жизни. Раз вы все знаете, что же он тогда разгуливает по улицам Гамбурга, а не гниет за стенкой Гуантанамо? Мы не знаем, мы предполагаем. Мы не знаем, куда уходят пропавшие деньги. В любом случае, в Германии его защищают немецкие законы. Раньше вас это не останавливало. Мы так больше не делаем. Хотите, чтобы это сделали мы? Вопрос скорее, почему вы этого еще не сделали? Помогите нам, Гюнтер, прошу вас. Я вам не доверяю. Старые привычки не умирают. Именно это меня и беспокоит. Я имела в виду вас. Всего хорошего. И вам. Получил СМС. Я больше так не могу. Кто-нибудь меня вычислит, 100%, я чувствую. Мне страшно. На меня косо смотрит, все поголовно. С меня хватит, все. Я вам не шпион. Я студент. Вы не можете меня заставить. А я никогда и не заставлял тебя, Джамал. И никогда не стану. Ты же знаешь. Когда мы познакомились, ты помнишь, о чем мы говорили с тобой? Ты помнишь, да? Семья, будущее. Многим не дано выбирать, Джамал. Но тебе повезло. Ты сделал правильный выбор. Это нелегко. Но назад пути нет. Ни для кого из нас. Сделанного не воротишь. Посмотри на меня. Посмотри. Иди сюда. Ты мои глаза, Джамал, и мои уши. Ты мне нужен. Для меня это важно. Хорошо?
Томми? Да. Отдайте Иссе Карпову то, что он хочет. Мисс Рихтер. Можно поговорить? Может быть, выпьем чаю? Что вам нужно? Я пересмотрел дело вашего клиента. Банк готов удовлетворить его требования. Почему вы передумали? Возможно, вы меня убедили. Я думал, вы будете довольны. Хорошо. Я с вами свяжусь. Аннабель. Надо быть осторожнее. Всем нам. Он все сделал. Хорошо. Иса! Иса! Проснись! Что случилось там? Куда вы его уводите? Вам лучше этого не знать. Нам надо идти. Оставаться здесь небезопасно. И для тебя, и для них. Здесь одежда. Там еще ножницы и бритва. Они знают, как ты выглядишь, Иса. Быстрее, Иса. Они выехали. Куда вы меня везете? Квартиру моего брата Флорина сейчас ремонтируют. Он попросил, чтобы работы на неделю прекратили.
Следующая остановка. Хорошо. Выходим на следующей остановке. Нам надо будет поймать такси. Ты понял? Да? Да? Руки за голову! Стоять! А руку поднять! Все чисто! Почти пришли. Я хочу поговорить с господином Брю. Я говорила с ним сегодня, Са. Он сказал, банк удовлетворит твои требования. Мне не нужны эти деньги. В смысле? Деньги моего отца. Это грязные деньги. Но у тебя же ничего нет. У меня есть Бог. Я принесла тебе еду. Там спальный мешок и еще одежда. Я приду пораньше с утра. Это не тюрьма. Получше ничего не нашли. Я пещерный человек. Комнаты с видом предоставляю вам. Вы спустили мор из поводка. Вы его и так раздражаете, и без моей помощи. Вы упустили Карпова, не так ли? Я не могу перекрыть воздух адвокатше.
Мои возможности не безграничны, Гюнтер. Мы все знаем, что возможностей у вас сколько угодно. Если вы хотите, чтобы я вам помогла, объясните мне. Объясните, чего вы хотите. Месяц назад из Кипра вышло судно. На борту было 1000 тонн гуманитарной помощи. Зерно для Джибути. Они делали дозаправку на южном берегу Йемена. Когда судно оказалось в порту назначения, на борту оставалось 900 тонн. В то же время 100 тонн зерна загадочно оказалось на фондовом рынке в том же Йемене. Деньги, вырученные с его продажи, пошли на закупку ракетных установок для исламских боевиков. Я считаю, что грузовая компания — прикрытие для Аль-Каиды. Думаю, что туда идут все пропавшие деньги из фондов Абдулы. Вы думаете или вы знаете? Ну же, Гюнтер, делитесь. Абдулла нам не враг. Но он нас к ним приведет. Человек поставляет деньги для закупки оружия, которым убивают американцев, а вы считаете, что он наш друг? Возможно, он просто не размахивает флагом свободы и демократии с таким же энтузиазмом, как вы. Но так, он считает его давайте народ... Давайте без лекций. Его народ использовали, отымели во все время. Мне знакома эта точка зрения. Возможно, он хочет ответить тем же. Услуга за услугу. И именно это делает его уязвимым и очень ценным. Ясно. Я поняла. Но, к сожалению, мои люди так не думают. А как думают ваши люди? Что его надо убрать? Убить его? И что будет тогда? На его месте возникнет зияющая дыра. И кто ее заполнит, никто не знает. Вы тем более. И что нам придется тогда делать? Начинать все сначала? Действовать наугад, как слепым котятам, да? Вы что, хотите переманить Абдулу на свою сторону? С вашей репутацией и с вашими ресурсами? И как же вы собираетесь это сделать? У Карпова есть доступ к деньгам. Абдулу это может заинтересовать. А адвокат же? Карпов ей доверяет. О, черт. Все, все хорошо. Хорошо? Да. Танцуйте. Извините. Хотите произвести впечатление, Гюнтер? Нет. Короче, я так и быть обуздаю Мура. Но теперь вы мне должны. Привет, Анабель. Рада тебя видеть. Как настроение? Пустите меня! Thank you.
Хорошо? Да. Да. Хорошо. Рашид? Угу. Вы не имеете права! Я адвокат! Это преступник! Сядь ты нахрен! Адвокат! Да ты просто нянчишься с террористами. Сигаретку? Ах, да, я забыл, ты же бросил. И все? Ты даже больше не будешь сопротивляться, да? Пацифистка. Мы все о тебе знаем. Адвокат левых взглядов, из богатой семьи. Папаша у тебя судья. Вся твоя работа просто ему назло. Это все, на что вы способны? Могу я теперь идти? Куда? Куда? К этим твоим лицемерным дружкам в северном убежище? Им-то поди голову никто не отрежет, да? Никто же не взорвет их детей на теплом пляже в Бали или по дороге в школу в метро Мадрида или Лондона. Да как вы смеете, а? Да вот так и смею. Скажи еще мне, что это не по закону, что я на самое святое покушаюсь, на Конституцию. Давай только без демагогии. Ладно? Ты знаешь, где ты? Нет, не знаешь. Это реальный мир, Аннабель. Мы находимся в состоянии войны с радикальными ветвями исламской нации. А ты перешла грань. Ты теперь на их стороне, пацифистка. Привет. Делайте со мной что хотите. Ты здесь совершенно ни при чем, дорогая. Иса, наверное, страшно волнуется. Там, где ты его спрятала. И думает, что ты уже никогда не вернешься. Надеюсь, он не натворит глупостей. Посиди со мной. Давай. Есть люди, которые хотят его арестовать. Ты это, конечно же, знаешь. Мы не хотим, чтобы они нашли его раньше нас. Между этими людьми и нами есть разница. Они хотят его уничтожить. Мы хотим его защитить. Ты же видишь, Аннабель, мы не враги. Мы тебе поможем. Ну,
будет. Знаешь, что сказали мои ребята, когда они схватили тебя в парке? Ты даже не сопротивлялась. Только понарошку. Побилась для вида, слегка покричала, но не сильно. Как будто ты хотела этого. Чтоб кто-то снял с тебя эту ответственность. Потому что ты влезла не в свое дело, Аннабель. Ты же знаешь, что в одиночку его не спасти. Выбирай, либо мы, либо никто. Время пошло. Ты знаешь, что его найдут и сразу же вышлют в Россию на первом же самолете. Или его захотят американцы, и мы уже тут бессильны. И он тоже. Слушайте, но ему не нужны деньги. Они ему просто не нужны. То ли радикал, то ли богач, то ли русский, то ли чеченец. Любит маму, а папу ненавидит. Мы все понимаем, что Исаак Карпов сам не знает, что ему нужно. И еще кое-что мы тоже понимаем. Мы все понимаем, что он невиновен. Чего вы хотите? Я хочу помочь ему. Иса? Иса, прости меня. Мне приснился сон. Тебя забрали, тебя катали.
Что случилось? Я им тебя выдала? Нет. Ты намного сильнее, чем я. Ты ничего не сказала. Одень что-нибудь теплое. Я хочу показать тебе кое-что снаружи. Ну вот. Хорошо. Посмотри на него. Он в безопасности. Мы тебе поставили кровать. Домой лучше не возвращаться. Люди Мора по-прежнему разыскивают тебя. Вы хотите меня напоить? Да. И как там Карпов? Мы почти у цели. А адвокатша? Я больше не смогу тянуть время. Берут был нашей ошибкой. Один из наших агентов случайно раскрыл вашу сеть, и вину свалили на вас. Просто хотела, чтобы вы знали. Иногда мы ошибаемся. Я понимаю, почему вы нам не доверяете. Ваши агенты и ваши контакты оказались в опасности. Погибли люди, которые вам доверяли. Это чувство вины останется навсегда. Сколько же после нас остается разрухи? Столько жизней, столько пустых комнат. Зачем все это было? Вы задавались таким вопросом? Зачем мы все это делаем? Бывает иногда. Но я всегда нахожу один и тот же ответ. И какой же? Чтоб мир стал чуточку безопасней. Разве этого мало? Ходи королевой.
Думаешь, если ты русский, значит, играешь в шахматы лучше меня? Я чеченец. Ладно. В шахматы ты играть умеешь, я поняла. Расскажи мне что-нибудь еще о себе. Ты сказал, твоя мама была чеченка? Она умерла. Очень жаль. Отец изнасиловал ее. Она умерла, когда рожала меня. Ей было 15. Вот, это мамина. Пожалуйста, уходи. Надави на него посильнее. Выведи его на эмоцию. Если получится, устрой истерику. Деньги ему все равно не нужны. Я знаю. Но ему нужна ты. Гюнтер, тебе надо вмешаться. Мы давим на нее слишком сильно. Не пытайся меня разжалобить. Сейчас это все равно не получится. А что, раньше получилось бы? Человек погибло вчера при взрыве на рынке в Багдаде. Иншалла. Воля Аллаха? Или человека, который считает, что можно убивать во имя него? Она молодец. Лейлу и Мелика арестовали. Их могут депортировать. Из-за того, что они были добры к тебе. Из-за того, что пригласили в свой дом. Объясни мне это, Иса. Воля Аллаха. Объясни мне, чем этот человек убил.
убивший женщин и детей в Багдаде, лучше твоего отца. Я приехал в Гамбург, чтобы начать новую жизнь. Нет, ты приехал в Гамбург, чтобы найти Томми Брю. Ты приехал за деньгами своего отца. Я же сказал, мне не нужны его деньги. Прости меня. Может быть, можно начать жизнь заново, Иса? Взять деньги твоего отца и пустить их на что-то хорошее. Ваш теленок пошел на бойню. Это обычная ручка. Выглядит как ручка, пишет как ручка и слушает как ручка. Даже разбирается как авторучка. Все ясно? Все ясно? Вы действуете от имени влиятельного клиента. Мы все это проходили. Вы действуете от имени влиятельного клиента мусульманина, который унаследовал богатое состояние неясного происхождения. Он желает разместить деньги, не оскорбив закон своей веры. Ради бога, хватит! Я не ради вас это делаю. Как скажешь, Томми. Здравствуйте. Руки поднимите. Сумку. Здравствуйте. Элла, Рой. Здрасте. Здравствуйте. Господин Брю? Да. Прошу. Спасибо. Меня зовут Джамал. Мой отец вас ожидает. Снимите обувь, пожалуйста. Конечно. Я заберу пальто. Спасибо. Папа. Господин Брю. Господин Брю. Большая честь. Вы познакомились с моим сыном Джамалом? Да. И еще с одним, видимо, я столкнулся в дверях. Прошу, садитесь. Прошу. Как я вам объяснял, положение моего клиента в Германии весьма деликатно.
Вот детали его предложения. Как видите, часть денег необходимо будет перевести в Чечню. В больницы, школы. Простите, это что, шутка? Тут лишний ноль, чтобы меня проверить? Эта сумма верна. Аллаху Акбар. Откуда у него такие деньги? Они поступили к нему в виде наследства. Мой клиент полагает, что эти деньги нечисты и ищет вашей помощи, чтобы избавиться от них, не оскорбляя законов вашей веры. Вы уважаемый человек, это я признаю. Но скажите, почему я должен вам доверять? Думаю, мы должны доверять друг другу. Я готов, согласно пожеланиям моего клиента, организовать перевод существенной суммы на ваше имя. Всем известно, что вы человек верующий. Вы заслуживаете доверия. Я полагаю, вы распорядитесь деньгами согласно намерениям клиента. Почему это так срочно? Положение моего клиента в Германии весьма неустойчиво. Я бы посоветовал воспользоваться его предложением. Уверяю, второй раз такой возможности может не представиться. Все в порядке, отец. Завтра утром тебе придется отвезти меня в Гамбург. Спасибо, Джамал. Не за что, отец. Господин Брю. Доктор Абдулла, позвольте представить вашего бенефициара, Иса Карпов, его адвокат, госпожа Рихтер. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Я бы хотел поговорить с Исой наедине. Конечно. Госпожа Рихтер. Скажите, пожалуйста, почему вы решили сделать столь щедрый подарок? На вас никто не давит? Нет. Посмотрите на меня. Это нечистые деньги, господин. Это деньги человека, творившего много зла. Моего отца. Я хочу избавиться от него. Чьи грехи вы пытаетесь замолить этим даром? Грехи моего отца. А ваши грехи? Полагаю, вам одиноко, без Господа и без любви. Вы должны пойти по пути Аллаха. Только тогда вы избавитесь от этой ноши. Господин Брю, я убедился. Этот дар искренний. Чудесно. Вот список благотворительных фондов,
с банковскими данными для вашей верификации. Прошу. Похоже, все в порядке. Я буду ждать дальнейших инструкций. Мой доклад. Да. Сконцентрируйтесь на Бургдорфе, Министерство внутренних дел. Решение будет принимать он. Мне понадобятся паспорта для Карпова и Турок. Паспортов мы не делаем. Он обещал адвокату. Обещал. И намерен в этот раз держать слово. Там все легально. Герр Бахман, прошу. Вот, я перед вами, но меня, нас не существует. Ни легально, ни официально. Ведь немецкой разведке нужно, чтоб кто-то делал за нее работу, запрещенную немецкими законами. Поэтому я и мои люди, мы не высовываемся. Мы работаем на улицах. Мы создаем погоду. Наши источники не приходят к нам. Мы их находим. Мы становимся их друзьями, их братьями, их отцами, их любовниками, если нужно. Когда они начинают нам доверять, мы перенаправляем их на большие мишени. На мелкую рыбешку ловится барракуда, а на барракуду можно поймать акулу. Я не рыбак, герр Бахман. Это метафора, Эрхард. Просто метафора. Мы никогда не торопимся. Мы наблюдаем и выжидаем. Смотрим, что Аллах принесет нам. На этот раз Аллах принес нам Ису Карпова и его нечистые деньги. Как вы видите из доклада, составленного моей командой, доктор Абдулла предоставил банку большой список разнообразных благотворительных фондов в качестве реципиентов этих миллионов. Каждый из этих фондов проверила ЦРУ. Да. Я полагаю, что он заменит одно из названий в этом списке на другое. Судоходная компания «Семь друзей». Вы как-то можете это доказать? Мы ищем эти доказательства. Если этот ваш Абдулла, это барракуда, если я понял метафору, захватит наживку, каким образом вы заставите его сотрудничать с вами? Через негатив. Судебное преследование, тюрьма, публичное унижение, дискредитация всех его фондов, депортация его жены и детей. Но я выбираю позитив. Амнистия, гражданство, на которое он подавал уже полдюжины раз. Мы уже раздаем гражданство пособникам террористов. Вы все ознакомились с планом операции? У нас будет 3 часа на то, чтобы задержать Абдуллу, завербовать его и вернуть домой, пока его не хватило. А если он на это не пойдет? Берите его себе и делайте с ним что хотите. А Иса Карпов? Его придется отпустить. На мой взгляд, это неприемлемо.
Найдете себе другого козла отпущения. Это условие. Мы его защищаем. Марта, а как на это смотрит Америка? Не могли бы вы объяснить нам, Гюнтер, какова, по вашему мнению, долговременная перспектива? Чего мы пытаемся достичь? Чтобы мир стал чуточку безопаснее. Разве этого мало? Господин Брю? Завтра утром. Спасибо, что держите в курсе. Ну как ты? Нормально. Высади его у банка и сразу исчезни. Ты понял? Вы заставляете меня предать собственного отца. Ты не предаешь его, Джамал. Ты его спасаешь. Это знак любви. Ему предоставят статус беженца. Большего добиться не удалось. Я сдала вам Ису. Иса сдаст вам Абдулу. Что дальше? Что вы с ним сделаете? С Абдулой? Да. Ничего плохого. Обещаю. Что это значит? Это значит, ты можешь остаться.
У меня тоже есть кое-что. Я позвоню, когда мы закончим. Хотел внести изменения. Поменять одно название. Компания грузовых судов «Семь друзей». Да. Это грузовая компания, но она занимается благотворительностью. Любая помощь будет бесполезной, если мы не сможем доставить ее нуждающимся. Да. Хорошо.
Прости, отец. Я застрял в пробке. Стоит весь город. Да. К сожалению, мой сын задерживается. Позвольте, я вызову вам такси. Ну, я пошел. Удачи. Так. Да? Такси для Брю Фрэр. Едем на Бланкенеза.
Режиссер Антон Карбайн. Автор сценария Эндрю Бауэлл. По роману Джона Ле Карре. В фильме снимались Филипп Сеймур Хоффман, Рэйчел МакАдамс, Уильям Дефо. Самый опасный человек. Григорий Добрыгин, Хамаюн Эршади, Нина Хосс, Даниэль Брюль, Херберт Грёнемайер, Мехди Деби, Райнер Бок, Вики Крипс, Костя Ульман, Франц Хартвик, Мартин Вудке, Дерия Алабора, Тамир Егид и Робин Райт. Оператор Бенуа де Лем. Композитор Херберт Грёнемайер. Посвящается памяти Филиппа Сеймура Хоффмана и Саймона Ченнинга Уильямса. Роли озвучивали: Анатолий Хропов, Дарья Якомасова, Григорий Добрыгин, Валерий Сторожек, Алина Альшанская, Артур Деланян, Светлана Камынина, Григорий Калинин, Василий Филатов, Алексей Богдасаров, Валерий Скорокосов, Олег Зима, Андрей Градов, Константин Гацалов, Татьяна Ларичева и Татьяна Смирнова. Переводчик и режиссер дубляжа Александр Вартанов. Запись актеров Денис Вакуленко. Звукорежиссер перезаписи Сергей Шипоша.
is gone, Barry!